вот на все действия со стороны наших недоброжелателей и противника мы должны ответить одним – расширением экономических свобод. Ну, конечно, все должно быть в рамках закона. Это тонкая работа, я прошу вас ее настроить. Все участники специальной военной операции должны быть своевременно обеспечены денежным и иными видами довольствия. Точно так же оперативно и в полном объеме они должны получать медицинскую и социальную помощь, содействие в реабилитации, трудоустройстве, а семьи погибших наших товарищей – всю необходимую поддержку.